выделить это роспись моя, Ильза. Называется Ильза. Роспись. Особенности этого стиля. Он очень гибкий. И буквы немного скошены под наклоном. Две к одной трети. Это значит, что основа буквы, каждая буква, она пишется под наклоном. А ее треть, она немного скошена. Соответственно, и одна часть закругляется. Сейчас я вам вкратце представлю еще один стиль. Называется хат-дивани, турецкий стиль. Основан в 16 веке. И также он называется хат-али-джаза. Переводится с арабского «разрешение». Он всегда писался в документации и переводится как «диван», «султанатский двор», «собрание». Достиг своего рассвета стиль дивани в 15 веке во время правления султана Сулеймана Великолепного. Сейчас я... Это кому можно?